Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Кремле определили дату голосования по Конституции. Как сообщает РБК, голосование проведут после принятия поправок Думы и Совфедом. По информации издания, перед проведением хотят развернуть информационную кампанию на телевидении и в интернете. По словам представителей правительства, голосование может пройти 12 апреля. Стоит отметить, что окончательное решение о внесении поправок будет приниматься по результатам голосования российским лидером Владимиром Путиным. На этом пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!